Здравствуйте. Где мы находимся? Мы находимся на Куяльнике. Сколько раз вы здесь бывали? Первый. Проживая в Одессе. Не будем утверждать. Да, первый раз. Ну иди попробуй, там глубоко, нет? Сейчас схожу. Рискуя замазать ноги. Ну хоть водичку потрогай. На вкус соленая или нет? Или брешь вот соленая? Там в поселке местные евреи. Да, здесь только заболевания можно вылечить. Вон там арка прикольная. Сейчас я наведусь на нее. Может, ты ее увидишь в экранчик. Видишь, на горе арка. Ну, я вот это, да? Смотри на экранчик. Не надо с этой стороны. Здесь попытка номер два. Я про нее и думала. Угу. А что это за арка? Загуглишь, расскажешь. Я знаю, что это арка. Может, там табличка, с днем посмотрим. Да, идем. Я проеду, сейчас ты там пешочком дойдешь, тогда быстренько. Потом наберешь мне, скажешь, я на месте. 838. Да. А еще там есть такси. Стена скалолазов. От арки справа чуть-чуть. Сейчас я камеру туда наведу. Может, увидишь сейчас от арки. Так, арка. А вот арка. Вот стена скалолазов. Я так не сильно вижу. Там альпинисты тренируются. Угу. Сейчас тоже подъедем, посмотрим.